Жители Подмосковья, согласно проведенным опросам, считают электричку самым удобным видом транспорта. В первую очередь при своем выборе пассажиры обращают внимание на скорость передвижения и, конечно, на комфорт. Современные электрички полностью удовлетворяют их запросы. Также для каждого 10-го человека имеет значение, насколько квалифицирован и доброжелателен персонал. Около 40% опрошенных живут рядом с новыми линиями Нахабино-Подольск и Лобня-Одинцово московских центральных диаметров. Пользоваться ими собираются 68% потенциальных пассажиров. В 2013 году в Московской области запустили образовательно-тренировочную программу «Сотка» — 100-дневный воркаут. С тех пор ее полностью прошло уже 2500 человек. «Сотка» — 100-дневный воркаут — бесплатный курс. Его создатели поставили перед собой цель – помочь как можно большему количеству людей привести себя в отличную физическую форму и приобрести базовые знания в области тренировок, питания и всестороннего саморазвития. У программы есть два массовых запуска – весенний и осенний. Также выпущено мобильное приложение. В 2017 году проект «100-дневный воркаут» в Московской области был удостоен губернаторской премии «Наше Подмосковье». Областное отделение «Молодой гвардии» «Единой России» выступило с предложением провести в регионе открытые уроки с кинопоказом фильма «Не время для героизма», в котором рассказывается о подвиге детей. Лента рассказывает истории семерых ребят из разных уголков России. Это юные герои, спасшие человеческие жизни. Среди них и дети-герои из Подмосковья. Данила Турецков из Волоколамска и Женя Табаков, посмертно награжденный за проявленный героизм орденом мужества.